Sakshat, Sri Adi Kundalini Sakshat, Sri Mataji Nirmala Devi Sakshat. Сегодня we are all going to worship. Будем поклоняться me. Мне. First time. Впервые. It has been always the puja. Это всегда была пуджа. Of aspect of me, аспекту or a part моему of me. Или части моей. Now, теперь one has to know нужно знать very clearly, очень ясно, what is Adishakti? Что такое Адишакти. As we say, как мы говорим, is the pure desire это чистое of желание God Бога Всемогущего, Садашивы. But what is the pure desire Но что такое это чистое желание Бога Всемогущего? If you see your own Если desires, вы посмотрите на ваши собственные желания, out of what? Исходят они из чего? Not of the divine, не из божественной любви, but out of но из плотской любви, out of из материальной love, любви, of, out of или power, из love. Любви к власти. Behind all За всеми these этими desires, желаниями there is love. Находится любовь. If you do not Если вы love something, не любите you will not что-то, desire. Вы не желаете этого. So, поэтому these эти мирского вида типы любви, которые у вас есть, so ради которых мы тратим так много нашего времени, бесполезно. Actually, фактически, they do not give you они не дают вам удовлетворения, потому что это не истинная любовь, которую just вы имеете. Просто слепое увлечение на какое-то время, а потом вы просто присыщаетесь этим, и с этой вы прыгаете на другую вещь, на другую вещь, на другую вещь. Итак, Адишакти — это воплощение божественной любви Бога. Это божественная чистая любовь. И в своей любви, чего он желал? Он желал, что он должен создать людей, которые были бы очень послушными, были бы возвышенными, были бы подобными ангелам. И это была его мысль, создать Адама и Еву. Но у ангелов нет свободы. Ангелы созданы таким образом. Они определены. Они не знают, почему они делают это. Животные также не знают, почему они делают такие-то и такие-то вещи. Они просто делают их, потому что они связаны природой. Они связаны всемогущим Богом. Говорят, что Шива — это Пашупати, что означает, что он управляет всеми животными. Он Пашупати, он управляет всеми животными. Поэтому все эти желания от животных исходят, но они не раскаиваются, они не имеют эго, они не думают, что это неправильно, а это хорошо. They have no karma у них problem. Нет проблем кармы, Because they have no ego. Потому что у них нет эго, потому что у них нет свободы. At this point, в этот момент Адишакти, которая life. Была чистой любовью, so think of a father, так что подумайте
об Отце, который вложил всю свою любовь в одну личность, тогда что осталось в нем? Ничего. Он просто наблюдает. Тогда о чем он думает? Он просто наблюдает за этой игрой его желаний, его любви. Он наблюдает это, как это происходит. И когда он наблюдает это, тогда он очень осторожен, потому что он знает, что эта личность, которую я создал, не что иное, как любовь и сострадание. И сострадание само по себе такого благородного вида, что он не может потерпеть, чтобы кто-то бросил вызов этому состраданию, беспокоил это сострадание, или также любым способом унижал его, принижал его, оскорблял его. Он так настороже в отношении этого, и он очень бдителен. Так что разделение имело место, мы должны сказать, между ним и его собственным желанием любви. Теперь этому желанию любви была также дана личность, что означает эго, и что это эго должно действовать само по себе. Оно стало чем-то вроде очень независимой личности, которая была свободна делать то, чего бы ей не захотелось. Я имею в виду, мы не можем подумать в нашей мирской жизни, что муж и жена совершенно свободны делать все, что им захочется. Потому что нет сплоченности, нет понимания, нет того единства, нет того согласия. Но это подобно луне и лунному свету, солнцу и солнечному свету. Это такая сплоченность, что, что бы один не делал, другой наслаждается. И в этом прекрасном разделении Адишакти решила изменить свои планы. Известно, санкальпа-викальпа-карот. Все, что вы стараетесь решать, слишком уж она это поломает, как сегодня в 11 часов пудра. Так что, когда это Адама и Евы дело началось, она думала, что они будут просто как другие животные или ангелы. Что за польза? Они должны знать, что они... Они должны знать, что они должны делать. Они должны знать, почему они делают это. Они должны иметь свободу, чтобы понять, в чем состоит знание и как... зафиксированную, подобную машине жизни, которую эти животные имеют. Почему должны они иметь? Поэтому в ее необъятной власти, которая была признана, конечно, она из та, кто пришла как змея и сказала им, чтобы они вкусили плод знания. Теперь люди, которые не сахаджа-йоги, вы не можете говорить это, они будут шокированы. Но эта змея, которая приходила к ним, как испытание, а затем сказать им, что вы лучше вкусите этот плод. Эта змея сказала женщине, не мужчине, потому что женщины подразумеваются принимать вещи легко. Она может даже принять кутов, она может даже принять бессмыслицу, но она та, кто принимает. В то время как мужчина не принимает легко. Он спорит, он обсуждает. Вот почему она пришла и сказала женщине. Она пришла и сказала женщине, я должна сказать. Этот Святой Дух на самом деле женского рода. И гораздо ближе к женщине. Это женская сила, которая пришла как змея и сказала, что лучше вы вкусите плод знания. Так что это была работа этой женщины, Евы, убедить своего мужа, потому что женщины знают, как делать это.
Иногда они могут убедить их неправильно, говорить им что-то, что очень неправильно, очень зловеще. Как вы знаете, в Макбете, что произошло. В столь многих местах мы видели, как женщины неправильно направляли своих мужей. Но мужчины могут быть введены в заблуждение, и они могут быть направлены, или они могут быть освобождены, если у них правильные жены. Так что он имел полную веру в свою жену, поверил в это, и они вкусили этот плод знания под руководством этого Святого Духа, который был женской личностью Бога. Это не может быть постигнуто людьми, которые просто мельком знают Христа или Мохаммеда Сахеба или Нанака. Они не могут понять. У них очень поверхностное знание их. Если им сказать, люди скажут, ба, что это такое? Они никогда не будут слушать это. Поэтому в то время, то, каким внимание было, каким восприятие было, они говорили о дхарме, о восхождении. Но в Индии люди говорили о кундалини издавна, и что она есть адишакти, отраженная в нас. Теперь вы видите, она уже прочла это вам, что я буду в каждом из них. Сейчас поймите, что это адишакти, это сила любви, чистой любви, сострадания. Нет ничего больше у нее. Только лишь эта чистая любовь в ее сердце. Но эта чистая любовь столь могущественна, это любовь, которую она дала этой Матери Земле. Благодаря этому эта Мать Земля, независимо от количества грехов, которые мы могли совершить, мы можем делать что угодно, она изливает свою любовь через эти прекрасные вещи на всех нас. Теперь мы имеем также эту красоту, выраженную всеми способами ее любви. Через галактики вы видите, через звезды вы видите. Сейчас, если вы хотите увидеть нас научным образом, тогда наука означает, что она не имеет любви в себе. Нет вопроса о любви. Даже люди говорят о йоге, но они не говорят о любви и сострадании. Когда нет любви и сострадания, не может быть никакой божественной искры в таком человеке. Все находится полностью в этой божественной любви. Все, что создано на этой земле, все, что создано в этой вселенной и вселенной за вселенными, существует все благодаря любви Божественной Матери. Поэтому эта любовь Адишакти есть что-то столь тонкое. Оно столь тонкое. Вы не можете понять иногда. Я знаю, вы все любите меня очень сильно. Это огромная любовь ко мне. И когда я получаю вибрации от вас, это подобно ряби, которая достигает берега, и снова она возвращается назад, и масса маленьких сверкающих капелек остается на берегу также. Подобным образом в моем сердце я чувствую вашу любовь, отражающую эту красоту. Эти искринки этой божественной любви. Это я не могу объяснить вам, эти ощущения, что это создает. Первое, что оно создает, это слезы, которые наворачиваются на мои глаза, потому что это сострадание, которое Сандра Кару, которое Адра, оно не сухое. Как сострадание отца может быть очень сухим. Хорошо, делай это, а иначе я пристрелю тебя. Я сделаю это, он скажет. Мать же скажет,
Но она не будет говорить что-то столь обидное. Она должна говорить иногда, чтобы исправить вас. Но ее слова очень отличаются от отцовских, потому что она обладает сандра-корона. Андра. Адра – это то, что не является сухим. И этот тип сердца она развивает благодаря этой божественной любви, которую она несет. Итак, каждая часть ее тела, все создано из божественной любви. Каждая частица его излучает не что иное, как божественную любовь. Вибрации не что иное, как божественная любовь. Теперь, как я уже сказал вам раньше также, что эта инкарнация должна была прийти. Время пришло. Это было все увидено, что это время пришло. Но есть разница между фиксированным временем и временем, которое является сарасахач. Фиксированное время таково, что вы можете сказать, что этот поезд отходит тогда-то, а прибудет тогда-то. Мы можем сказать, что какая-то машина производит что-то за такое-то время, и за определенное время она произведет столько-то вещей. Но живые вещи, которые спонтанны, которые сахач, вы не можете хронометрировать. Подобным образом, этот процесс свободы, вы обладаете максимальной свободой. Так что нельзя сказать, в какое время это произойдет, что люди будут доступными, чтобы получить это тонкое знание божественной любви. Знание также может быть очень сухим. У нас были ужасные люди в Индии, которые были заняты чтением и цитированием мантр этого того, и они становились очень сухими, что они становились просто скелетом, только лишь кости оставались, и столь раздражительными, что если они смотрели на кого-то, этот человек мог превратиться в пепел. Я хочу сказать, ради этого ли вы пришли на эту землю, чтобы проделать все тапасти, все, чтобы просто превращать кого-то в пепел? Но так они думали, что они были очень великими, потому что они могли посмотреть на кого-то, и этот человек исчезал или превращался в пепел. Басмисат они называют это. Но не было идеи благоприятности в их сердцах. Первое, что достигается через эту божественную любовь, это ваша благоприятность. Теперь благоприятность сама по себе. Есть также такое слово, которое очень неправильно понимается. Благоприятность означает то, что есть хорошо для вашего духа. Теперь, как вы знаете, дух есть отражение Бога Всемогущего. Так что, когда дух вас начинает отражать себя в своей полной красоте, тогда вы становитесь тем, кто дает. Вы больше не человек, который должен брать что-либо. Вы просто становитесь тем, кто дает. Вы столь полны. Теперь это пришествие произошло в то время, о котором судили, когда оно должно произойти. Как я сказала, у вас была свобода. Люди обезумевали, делая всевозможные вещи. Поэтому, если вы посмотрите, то прямо перед этим у нас были большие проблемы в отношении людей, управляющих свою власть, как люди, которые шли в Индию, чтобы оккупировать территорию Индии или в Китай, или поселялись вплоть до Африки и во всех этих местах. Даже американцы пришли, так называемые американцы пришли в Америку и оккупировали ее. Так что это было время, когда они пользовались их свободой для власти только. Это не было время, когда Адишакти следовало родиться. И это были люди, которые были ориентированы на власть. Не то, чтобы сегодня их не было, но они искали только лишь власти, а также этих территорий, что не является важным. Поэтому этого не могло быть в то время. В то время нужно было сражаться за свою свободу, чтобы вырваться из лап этих империалистов и людей, которые старались завоевать их.
Теперь постепенно это менялось. Вы можете это убрать. Это изменилось. И изменилось так гладко. Это очень удивительно. Я видела, как это изменение идет сама. Оно работает. Как вы знаете, я сама принимала участие в освободительном движении Индии. Это важно. Индия начала это. В Индии оно началось. Прежде свобода от империализма. А затем постепенно эта свобода от империализма начала распространяться в каждой стране. Люди начали думать об этом. Они стали понимать, что нет пользы иметь колонии и тому подобное. Лучше вернуться к своему собственному положению. Поэтому, когда это произошло, я хочу сказать, это произошло в течение моей собственной жизни, я должна сказать. Вначале люди, которые пытались получать свободу в нашей стране, умирали, так многих убили. Вы знаете, что у нас были люди, такие как Бхагат-Сингх, в каждой стране, все революционеры были свергнуты, и с ними плохо обращались, и они были убиты. Это не относится к ним. Но через это нужно было пройти. Поэтому их свобода подверглась испытаниям. Теперь они думали, что это было бессмысленно, то, что мы делали. Это не была свобода, потому что, в конце концов, делая все это, затем они стали раскаиваться и развивать что-то вроде страха и боязни других. И что-то вроде, как вы можете назвать, очень нарушенной левой вишудхи началось. Они чувствовали себя очень виновными, что они сделали что-то очень неправильное. Мы не должны были делать это. В этот поворотный момент также существовали и другие проблемы, как у нас была кастовая система и другие проблемы, рабство, всевозможные вещи, неравенство. И к некоторым людям было отношение как к низким людям, к другим как к высшим людям. Некоторые высшие расы, другие низшие расы. Все эти глупые вещи существовали. Через их свободу они создали это. Через их свободу. Это не так. Это не факт. Это не истина. Но они создали вещи подобные этим. Сейчас, предположим, я хочу создать что-то здесь. Просто чтобы сказать, хорошо, это не ковер. Буду продолжать говорить вам, это не ковер, это не ковер. Этот мозг промывается, понимаете? О, это не ковер. Так что это? Это что-то другое? Это как гипнотическая вещь. Я чувствую то, как люди принимают этот нонсенс расизма, всевозможного неравенства, рабства, кастовой системы и особенно плохого отношения к женщине. Все это пришло от того выбора, который был дан им, чтобы находить, что есть хорошо, а что плохо. Поэтому для них это было очень хорошим, понимаете? Это было хорошим, то, что они делали. В этих обстоятельствах сострадание было бы попросту растрачено на этих людей. Божественная любовь была бы пустой тратой на них, потому что ментально люди не были подготовлены, чтобы понять. Вы не могли сказать им, что это совершенно из-за вашей слепоты, невежества вы делаете это. Это неправильно для вас, это не сделает вас благородными, это низко, вы совершаете постыдные вещи. Конечно, так много святых приходило, они говорили о благородстве, о прощении, о единстве, о цельности. Все они говорили. Большие мудрецы рождались, они также достигали этого, говорили об этом. Но все еще люди не были подготовлены достаточно. Постепенно, я думаю, их учение и все это стало оказывать воздействие на людей. Но наибольшая проблема пришла с этими так называемыми религиями, что они начали. Все эти религии ушли в сторону, и они образовали что-то вроде луж, понимаете? Мусульмане здесь, христиане здесь, индусы здесь, это то. Так что на самом деле нужна была эта река жизни, чтобы заполнить все эти лужи и слить их воедино. Это полное невежество, это чистейшая глупость думать, что один человек выше
чем другой. Вы можете только лишь сказать одно, что на разных уровнях вы находитесь. Кто-то на одном уровне, кто-то на более высоком уровне. Но в общем, вы не можете осуждать кого-то, что он нехорош, это общество нехорошее, то общество. В общем, индивидуально можно говорить, но в общем вы не можете говорить. Но это невежество было столь темным, потому что оно стало коллективным. Это коллективное невежество. Коллективное невежество. Они все объединялись коллективно, чтобы говорить, что это религия, которая есть самая лучшая, мы единственные, кто спасены. Другие же говорили, нет, это абсолютно негодные люди, мы самые лучшие. И во имя религии, во имя Бога Всемогущего, они начали эту бессмыслицу. Так что теперь Адишакти должна была утвердить, приложить полную силу. Поэтому первое, что она поняла, это что каждый должен знать, что такое семья. Ребенок растет в семье. Если дети не получают соответствующее внимание со стороны отца или матери, мы можем сказать, если они также испорчены, или если не испорчены, то им слишком потворствуют, или если ими пренебрегают, тогда ребенок не знает, что такое любовь. Если ребенок не знает, что такое любовь, любовь не означает, что вы портите ребенка или вы даете ему много игрушек для игры и избавляетесь от него. Она означает, что все время ваше внимание на вашем ребенке. И это внимание не является потакающим, но это внимание благоприятное для ребенка. Так что все время вы следите, чтобы было благоприятствование. Итак, я думаю, семейная жизнь должна стать прежде всего реальной. Это очень важно. Поэтому сейчас также во имя религии они основали монашество, священников, а затем саньяси и всех видов бабас их. Они такие сухие. И они дают такое неверное направление людям, что люди стали принимать этот вид саньяси, уходить из своих домов, убегать от своих жен, детей. Поэтому первое, что я поняла, что люди не могут иметь любовь, те, кто не знает, что такое любовь. И эта любовь более эффективна, если она коллективна. Понимаете, вы, должно быть, видели, что в Индии люди на самом деле любят друг друга в семье. Я хочу сказать, так много родственников, мы не знаем, кем мы приходимся, мы просто зовем их брат, сестра, это то, мы не знаем, каковы родственные отношения, чей это отец, чья это сестра, ничего. Но мы просто чувствуем, что это наш брат. А если вы спросите, каким образом он ваш брат, вы не будете знать, как он стал вашим братом. Причина состоит в том, что у нас существует система объединенных семей. Система объединенных семей просто как коллективная система. Так что никто не знал, кто был его настоящим братом, кто был его сводным братом, кто был его кузеном, ничего. Они все жили вместе, как просто как родственники. Но затем это также разрушилось. Эта объединенная семья также распалась из-за экономических причин и тому подобных вещей, что бы это ни было. Так что теперь, в это время, когда понимаете, это очень сокрушающее время это было, когда у людей не было любви, и семья стала разрушаться в каждой стране. Особенно можно сказать в странах Запада. Потому что мужчины и женщины никогда не понимали важности семейной жизни. Они никогда не имели веры в их семейную жизнь. Так что это стало таким неустойчивым, несущим разъединение. Они стояли на зыбкой почве, и они не могли расти надлежащим образом. Так что они создали поколение склонных к насилию, ужасно одержимых детей. Это поколение затем ушло поджигательство войны.
Они не знали. Им нравилось сражаться. Я видела детей, сражающихся с деревом. Я спросила, почему вы сражаетесь? Это приятно, сражаться, понимаете? Но почему они сражаются? Они не знают. Причина же в том, что нет любви. Так что все, что вы видите, вы питаете к нему отвращение. Мне не нравится это, мне не нравится то, вы ненавидите все. Вы пытаетесь из-за своего разочарования разрушать все, что вы видите. Поэтому новая тенденция началась. Кроме войн, когда она закончилась, естественно, система ценностей упала. Люди чувствовали, что за польза, понимаете, у нас были все эти ценности, так что же мы получили? Война и война. Что такое война? Зачем она? Война просто убила все наше общество, она убила наших детей, каждого, и что великого в отношении этих войн также? Так что разум людей в целом был таков, что, понимаете, так или иначе, вы должны сражаться. Как наиболее подготовленный человек, самый лучший. Поэтому тот, кто может доминировать, тот, кто может возвыситься, это самый лучший. Поэтому доминирование этого имперского стиля правительства закончилось, но на индивидуальном уровне начался процесс доминирования. С этим процессом доминирования эго стало развиваться. Даже детям они обычно дают образование таким образом, что дети становятся очень высокомерными, очень искусственными, крайне высокомерными и искусственными. Было невозможно понять, почему эти дети вовсе не контролировали, что им не говорилось, что это неправильно. Потому что родители также заняли очень-очень оборонительную позицию. Они не хотели открыто смотреть на своих детей и говорить им, что не в порядке. Они были столь привязаны к их мысли, что эти дети покинут нас, что они говорили, хорошо, делайте, что хотите, только оставайтесь с нами. В этих обстоятельствах даже люди таковы, что они приходили в упадок, не различая хорошую семейную жизнь и разводы, и странное общество, которые верили в разделение женщин и разделение мужчин и во всевозможные вещи. Так что какой ужасной была ситуация для Адишакти, чтобы утвердить себя. Затем также существовала очень большая проблема в отношении этих религий, отстаивающих свои права, навязывающие свои собственные идеи, свои собственные условности людям и совершенно ослепляя их. Так что это был беспорядок. Это был беспорядок, и в этом состоянии беспорядка только лишь Адишакти должна была прийти, чтобы установить дхарму. Она должна была сделать это, чтобы установить дхарму. Это было очень зыбкое место, очень зыбкими были сцены. Но когда я родилась, я была шокирована тем, каковы были люди. В то время я не думаю, что я встречала много искателей. Конечно, я встретила одну или две реализованные души. Большей частью они беспокоились о своих страховках, о своих деньгах, о том, об этом. Но если вы говорили с ними, вы не знали бы, попали ли вы в какую-то пустыню или нет. Вы не знали, о чем говорить с ними. Как вы могли начать говорить с ними о божественной любви, когда они не были искателями даже? Затем постепенно я почувствовала уверенность. Вначале я думала, что я пришла немножко рано. Я должна была немного подождать еще. Было бы лучше, потому что здесь люди ненавидят каждого, каждый индивидуум против другого индивидуума, и они обманывают друг друга, и они также очень завистливы по отношению друг к другу, а также хотят занять более высокое положение, и это, и то, перескакивают через других, они хотят надувать кого-то, поэтому, возможно, это еще не время для сахаджа-йоги начаться. Но затем я увидел, что все эти ужасные лжеучителя также бросают свои чары на людей и пытаются управлять ими. Это заставило меня на самом деле думать, что сейчас я лучше
перестану беспокоиться о том, какова атмосфера, что за люди они. Давайте начинать. И вот как первая Брахмарандра Чайтан имела место в Индии 5 мая. И в 1970 году, 5 мая, в утреннее время, конечно, должны были быть какие-то события, которые заставили меня поспешить сделать это. Я была вполне готова, я знала, какова была проблема людей, но я думала, что, возможно, они могли бы и никогда не принять то, что они могут получить их самореализацию. Теперь really эта инкарнация на самом деле очень уникального типа. So так много инкарнаций приходили. Они приходили, рассказывали вам обо всем, как слова, и говорили, это хорошо, это хорошо, это хорошо. Некоторые люди, которые были очарованы, не следовали. Но ничего не было внутри их сердец. Что бы они ни думали, хорошо, это проповедь, это лекция, это гита, это все. И жизнь такого человека не имела этой искры божественной любви в этом человеке. У нас было множество хороших людей в течение этого короткого времени, если вы видите. Если вы видите, Махатма Ганди был, Мартин Лютер был. Всевозможных людей вы могли видеть повсюду. Авраам Линкольн был, Джордж Вашингтон был, у нас был Уильям Блейк, у нас был Шекспир. Весь этот стиль, понимаете, в литературе, всюду, Лао Цзэ, затем мы имели Сократа, начиная с Сократа, до сегодняшних дней у нас было множество философов, множество людей, которые говорили о более высокой жизни. Несмотря на это, люди думали, что это абсурдные люди. Ничего не большого, чтобы понимать. Никто не хотел ничего читать, скажем, Гуру Гите. Они не хотели. Они думали, что это за бессмыслица. Что за польза? Это все вздор, обман, который продолжается таким образом, с таким отношением, понимаете, которое вы находите всюду вокруг. Когда я посмотрел, я сказал, да уж, как я должна сказать им, кто вы, кто они и что они должны найти. И это было на самом деле мое желание, что должна быть какая-то родственность в людях. Просто немножко. Если они дадут мне небольшой шанс, это божественная любовь. Столь тонка. Она просто проникнет в их сердца. Но они не хотели. Они были просто как камни. Вы не могли говорить с ними, вы не могли рассказывать им ни о чем, и они слишком высоко мнили о себе. Это самая худшая часть этого. В этих обстоятельствах Сахаджа-йога начала. И затем я обнаружила, что силы Адишакти гораздо более велики, чем те проблемы, которые вы видите. Я видела это очень ясно сама. Потому что эти силы пробуждают кундалини. Я знала, что я могу пробуждать кундалини, без сомнений, я знала это. Я также знала, что я могу делать это массово, давать реализацию. Но я не могла никогда подумать, что люди, которых я пробудил, вернутся назад снова. Потому что, понимаете, они невежественные люди. Я никогда не думала, что они вернутся, они будут практиковать сахаджа-йогу, или они достигнут этого уровня. Никогда, никогда, никогда. Никогда не думала. Если бы кто-то сказал мне, я бы смеялась над таким человеком. Точно что произошло, когда я давала первую лекцию, где бы то ни было, что с этим залом было покончено, что заканчивалось, никто ничего не делал, не мог. С этим залом я сама стояла где-то, зал брался в аренду. А потом следовали, конечно, считанные единицы. Так что я думала, что, понимаете, это не проникает в их голову. Это просто идет поверх их голов. Я думаю, они не хотят понимать ничего. Они не понимали ничего.
под большим давлением, понимаете? Голова, семейные проблемы, это то, это не было столь важным. Самым важным было то, как проникнуть в человеческий разум. Так что единственным выходом было поднять их собственную кундалини, чтобы создать этот крохотный свет в них. Потому что если бы я продолжала сидеть с идеями, они ходили бы вокруг и просили бы меня поднять их кундалини, а затем бы я пробуждал их, это было бы неправильной мыслью. Я могла это понять. Так что массовая реализация началась. И это на самом деле удивило людей. Это была не магия, это была не выдумка, но это была истина. Они могли чувствовать это на своих кончиках пальцев, они могли чувствовать это на области родничковой кости. Это актуализация сахаджа-йоги сделала чудеса. Иначе это было бы невозможно. Все эти чудеса, которые вы видите сегодня, существуют благодаря вашей реакции. Потому что то, как вы реагируете на это, то, как вы принимаете это, иначе же Адишакти что? Не годится ни на что. Если вы не принимаете, я ничто. Фактически, это снова-таки я говорю, ваша мудрость, ваш здравый смысл, ваше искание привели вас в сахаджа-йогу. Я никогда не писала писем никому, я никогда не звала никого, что, как вы знаете, делают все гуру. Как только они приезжают в любой город, они выписывают имена всех важных людей, затем посылают им письма и овладевают приблизительно 2-3 людьми, возможно. Но не делая ничего этого, понимаете? Как мы справляемся с этим массовым пробуждением кундалини, благодаря которому люди начали понимать сахаджа-йогу. Она начала проникать в них. Теперь для этого я должна была поднимать мою собственную кундалини. Таким образом, каждый раз на публичных программах я поднимала ее. И в моей кундалини самой я собирала все ваши проблемы. Это мучительно. Вот почему после пуджи я становлюсь очень что-то вроде камня, я бы сказала, на какое-то время. Причина состоит в том, что я впитываю все, что находится в вас. Как будто я помещаю вас всех в свое тело. Вы неотъемлемая часть моего тела. Каждая клеточка, которая есть у меня для вас. И вы должны быть столь тонкими, чтобы понимать, что если мы обладаем чем-то, или у нас есть что-то, что должно быть сделано в отношении сахаджа-йоги, то что угодно, если мы хотим основать ашрам или что бы то ни было, немедленно я знаю. Как я знаю? Потому что вы внутри меня. Большую часть вещей я знаю очень ясно, но некоторые из этих вещей я не знаю так ясно. Из-за одного. Отношение между вами и мной, конечно, очень интимное, что вы должны быть в моем теле. Но если вы, люди, не медитируете, это очень мирская вещь, я должна сказать вам. Дьяна гамья. Если вы не медитируете, тогда я не имею никакой связи с вами. Вы не мои родственники. И у вас нет прав на меня. И вы не можете задавать никаких вопросов, почему это происходит, почему то происходит. Поэтому, если вы не медитируете, я всегда говорю, медитируйте, медитируйте. Мне нечего делать с вами. Вас больше не существует для меня. Нет связи с вами. Тогда вы, как все эти другие люди, вы можете быть сахаджа-йогами, вы можете иметь вашу сахаджа-йога степень от ваших лидеров, возможно, я не знаю. И, возможно, вас рассматривают как что-то великое.
Но если вы не делаете вашу медитацию каждый день, вечером, утром или вечером, вы не будете на самом деле больше в царстве Шриматаджи. Потому что связь осуществляется только через яну, через медитацию. Я знала людей, которые не делали медитацию. Тогда они страдали, их дети страдали, тогда что-то случалось, и они начинали приходить и рассказывать мне. Но я вижу ясно, что этот человек не медитирует, я не имею отношения с ним. У него нет права просить меня ни о чем. Вначале, конечно, медитация занимает какое-то время. Но как только вы узнаете, что есть медитация, как вы наслаждаетесь моим обществом, как вы едины со мной, как мы можем общаться друг с другом, нет необходимости иметь ничего между нами, как написание писем или, возможно, какого-то определенного вида особой связи, ничего подобного. Единственное, что нужно, это медитация. В медитации вы растете. В ней духовно вы становитесь выше. А затем что происходит? Вы начинаете каким-то образом, я бы сказала, что когда вы достигаете состояния этой, я должна сказать, зрелости, означающей сахаджа-йогу, тогда вы не отказываетесь от вашей медитации, потому что в это время вы совершенно едины со мной. Это не означает, что 3-4 часа вы должны медитировать. Но это насколько интенсивно вы со мной, важно. Теперь, это не сколько времени вы со мной. Тогда я ответственна за вас, за ваших детей, за каждого, и ответственна за ваше восхождение, за вашу защиту, чтобы спасти вас от всей вашей негативности. Поэтому это не как отец, который будет непосредственно наказывать. Это не так. Но это просто хорошо. Вы не мой родственник. Я не с вами. Это единственное, что может случиться. Если вы не медитируете, хорошо. Я не могу принуждать вас. Мне нечего делать с вами. У вас могут быть другие отношения вне, снаружи. Но эти внутренние отношения, благодаря которым вы получаете свое благополучие, вы не можете иметь без медитации. Я говорила всем вам, пожалуйста, медитируйте каждый день. Но я думаю, люди также не понимают важности того, о чем я говорю. Потому что они говорят мне, мать, мы не медитируем. Почему? Сейчас мы реализованные души, так зачем же нам медитировать? Теперь этот инструмент полностью изготовлен, но если он не соединен все время с сетью, что за польза иметь его? В этой медитации вы почувствуете любовь, божественную любовь, красоту этой божественной любви, и полностью панорама изменится. Медитирующий человек имеет весьма отличное отношение, совсем другой темперамент, совсем другую жизнь, и он живет постоянно в полном удовлетворении самим собой. Так что сегодняшний день, будучи первым днем, как вы говорите, пришествия, мы можем сказать, что это первый день, когда пришествие имело место. Чему мы поклоняемся сегодня? Конечно, это не было сегодня, но все же мы можем сказать, что если это так, если это произошло, и это было полезным для вас, это было великим благословением для вас, тогда вы должны знать, как сохранить это, должны знать, как усилить это, должны знать, как наслаждаться этим. Вы не должны просто быть удовлетворенными одной, можно сказать, одной последней драмой, или одной этой вещью, или одной той вещью. Но вы должны иметь полное единство с Богом, полное единство. И это возможно только лишь, если вы на самом деле медитируете. Что есть довольно простым, чтобы делать, медитировать. Некоторые люди говорят, мать, мы не можем привыкнуть ко времени, мы не можем, мы все время думаем о чем-то, какое время мы должны смотреть на часы,
В начале вы можете иметь небольшие проблемы. Я не говорю, что у вас не может их быть. Вы можете иметь, но это только лишь в начале. Но постепенно вы придете в порядок. Постепенно вы овладеете этим. Постепенно вы будете знать это так хорошо, что вы не захотите иметь ничего другого, более дешевого типа. Вам будет все равно в отношении таких вещей. Понимаете, чтобы достичь вашей красоты, достичь вашей славы, достичь вашей собственной великой личности, которая сейчас проявляется, единственное, что вы должны делать на самом деле, религиозно, это медитировать. Это не то, как сегодня вечером я пришел очень поздно, поэтому я не буду медитировать. Завтра, понимаете, я должен уезжать, так что я не могу медитировать. Никто не хочет знать этих отговорок. Это между вами и вашим духом. Это ваша выгода, никого-либо другого. Это для вашей пользы все происходит. Теперь нужно знать, что мы достигли определенной ступени эволюции. И с этой высоты вы можете идти все выше и выше и выше. Я не говорю, что невозможно делать это. Но наипервейшее, кем бы вы ни были, вы можете рассматриваться как очень высокого класса сахаджа-йог, вы должны быть смиренны в отношении медитации. Это качество медитации. Даже когда я говорю с вами, я просто вхожу в нее, потому что это столь дающая радость. Вы просто прыгаете в океан радости. Вначале это будет трудно, но через какое-то время вы узнаете, что эта связь, которую вы имеете со Шримададжи, есть единственная связь, которую вы ищете. И также существует еще один момент, в котором люди теряются, что я видел, очень распространено у некоторых людей, которые теряются. Они медитируют индивидуально, очень много, и это очень правильно. Индивидуально они будут медитировать, и они садятся, медитируют, проводят пуджи, проводят все, но коллективно они не медитируют. Поэтому это другой момент, который нужно помнить, что вы должны быть коллективно медитативными, потому что я – это коллективное существо. И когда вы медитируете коллективно, вы на самом деле очень близки ко мне. Так что даже если у вас есть программа или еще что-то, вы должны проводить некоторую медитацию друг с другом. Всегда имейте медитацию как приоритет для любой программы. Вы спели песни, закончили все, сделано, затем вы должны медитировать. Если я настаиваю на чем-то, вы должны знать, что это должно быть истина, то, о чем я говорю вам. Совершенная основа ее, хотя это выглядит довольно мирским, но это очень важно. Теперь для нас поклоняться Адишакти, я не знаю, что это, потому что нет никаких молитв или еще чего-то в отношении Адишакти. Вот до Бхагавати они имеют их, но за Бхагавати их нет. Так что я не знаю, что за пуджа у нас будет. Но давайте попробуем что-то. Возможно. Я думаю, медитация – это лучший способ, где мы можем на самом деле достичь чего-то, так что мы будем медитировать в течение приблизительно 5 минут.
Можете ли вы усилить уровень? Пожалуйста, закройте ваши глаза. Одиннадцать рудр пробуждены, и они разрушат все, что является негативным. Теперь невежество есть величайшая негативная сила, и я уверен, что они разрушат это невежество людей. Да благословит вас Бог!